Ha, tamam. Ver 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 kartı ver bana. Hakan. Kartı ver bana. Ne bu? O değil. Ha, tamam. Я думала, это визитка доктора. Так. Куда идем мы с пятачком? Нерея гидиорус? Он не слышит. У меня муж сегодня приоделся. Так что у него не одна единственная куртка. Красный свет. Да я его жду. Нет, море там. Пойдем. Пойдем. О, красный, кармазиный. Ждем. Вон там напротив парк, в котором мы гуляли. Nereye gidiyoruz? O tarafa. O tarafta ne var? Eve gitmiyoruz biz. Dolaşacağız. Ama seyret. Пошли. Он нас хочет домой отвезти, видите? Говорю, нет. Он хочет нас домой отвезти, но нет, мы не согласны. Футбол будет он смотреть, видите ли. Мы не согласны домой, мы не хотим домой. Benim kartı koydum da, bu da aldım, bu şey. Kim, ne o? Бабама. Kim baba? Бабая. Вы знаете, какой аромат? Бесподобный аромат. От этого кустика, от дерева. Я не знаю, как называется. Девочки, подсказывайте. Вы у меня все знаете. Муж ушел, пошел к себе в офис, будет смотреть футбол. Мы пойдем где-нибудь поедим. Вот она, наша знаменитая Сергиелу, дорога влюбленных. Мы дошли до сюда. Детки уснули. Деточки мои, конфеточки уснули. Сергиелу, что ж там происходит? Там продают всякие-всякие безделушечки ручной работы. Такс. По этой? По любви пойдем? Не, не пойдем мы по любви. Почему? Нам прямо, он там есть ресторан, мы туда, скорее всего, сядем. Нам не до любви? Нет, нам не до любви сейчас. Тихо, тут что это? Забрала у меня Зуля коляску. Картофан, знаете, для чего такой крупный картофель? А, как называется в России? Кумпир, да, называется этот картошка? Нет, здесь называется дикая картошка? Нет, кумпир здесь называется, когда запеченная картошка внутри салата. Печенюшка? А в России печенюшка. А здесь кумпир. Здесь что у нас? Здесь что-то. Кафешка. Хороший ответ. Здесь что у нас? Здесь что-то, да. Гиды, конечно, из нас никак уж не. Это район Алсанджак. Так. Вы, наверное, уже знаете, если мы ходим к частному доктору, в частный кабинет, то это всегда район Алсанджак. Это уже закономерность. Они все открывают кабинет именно в этом районе. Это рабочий кабинет. Даже. Не, все нормально. Мне единственное, что не понравилось, даже вешалки не было для одежды. Вот это, честно сказать, 600 лир. Прервал меня звонок. Я говорю, 600 лир за прием брать, хотя бы вешалку можно было приобрести. Вот. Ты знаешь, мы в определенное какое-то место идем, да? Да, вон там есть ресторан, мы там были с мужем и с дочкой. Сейчас посмотрим, если там народу много не будет, сядем. Но мне там в прошлый раз не понравилось. Мы идем в сторону моря. Море. Слева гостиница. Хилтон, да. Вон она. Высокая, это Хилтон. Жалко, что балкончиков нет там.
Да, чтобы оттуда кидались влюбленные, с неразделенной любовью. А что туда приперлись вдвоем и не разделили любовь со стороны? А может она одна пришла? Может она одна пришла? Это что такое? Столько красок. Здесь есть суши. Слева. Местные суши, ты даже и не думай, что они похожи на те, что у нас. Я тоже так хотела. Потом рядом есть рыбный ресторан, но это не то, нам надо дальше. У нас, по-моему, гадру на углу. Машина прям стоит как обычно. Ну, всегда вот так. Гаражу, он хоть чуть-чуть места оставил. Спасибо, дорогой. Хорошо у нас коляска вездеход. Так, закроюсь пока. Пошли мы в тот ресторан, который собирались, который нам муж посоветовал. А внутри только были места, но внутри мы не хотим сидеть, потому что внутри дети проснутся сразу. Мы хотели на улице, а на улице все места были заняты. Идем дальше. Поиски какого-нибудь другого заведения, в котором можно посидеть на улице, чтобы не было холодно и чтобы коляску можно было установить где-нибудь рядом. Так-с. Все светится. Вечерний Алсанджак. Погода, кстати, не холодная. Когда в парке гуляли, в один момент много ветер поднялся. А сейчас очень даже хорошая погода. Здесь везде этот свет. Везде все светится. Марк Спенсер. В какой стороне был тут ресторан, я даже типа не знаю. Да. Пойдем походим. Ну вот, в итоге мы пришли в суши-бар. Это новый суши-бар. Все-таки я уговорила Фатиму попробовать суши. Ну и наша бедная мамочка, которая не может присесть, так как только мы присели, дети стали плакать. Кто-то хочет на ручки, кто-то хочет кататься. Девушка, вам все-таки, по-моему, не сесть. Вашу порцию тоже я съем. Вы с собой заберете? Вы думаете? Да. Прям над нашей головой вот такая вот печка. Ой, как греет. Вот такие лампочки здесь. Конечно, видеограф. И комментатор, блогер из меня никакой, но все же. Капоти. Вот нам ее и выключили. Нам приятного аппетита и всем, кто за столом. Мои хорошие, поели мы ролл. Вышли, едем по улице, хотим где-нибудь, точнее, что-то мне захотелось сладкого. Хотим где-нибудь сладкое поесть. Зашли в одно кафе, но там уже закрывались они. Роллы. Я забыла сказать по ценам, так как дети, вы знаете, как только мы сели, ну, в принципе, Зуля снимала, дети сразу, проснулся первый сын, потом проснулась дочь. Оба начали... Ой. Видите, да, плоды? Я все время забываю название этих плодов. Это не мандарины. Померанец, вот. Они везде растут здесь. А вот, дети не дали нам нормально поесть, точнее мне. Я быстро-быстро поела роллы. Хотела сказать по ценам. Роллы стоили где-то 35-38, ну до 40 лир порция доходила. 40 лир это, ну где-то 500 рублей. Я сейчас точно сейчас не могу перевести, где-то 500 рублей будем говорить, одна порция. 8 штук ролл бывает в порции, как и везде, но роллы манюсенькие. В отличие от тех, которые у нас в Дагестане продают, манюсенькие. Но я брала Калифорнию, понравились, были неплохие. Если ты очень сильно соскучился по роллам, можно попробовать. Вот, где моя Зулечка?
Вон она, моя Зулечка, идет сзади. Так, у нас есть еще один целый час, чтобы сходить где-нибудь поесть сладенькое, потому что супруг сейчас смотрит футбол, он закончится через час, и потом мы поедем домой. Да, и как видите, темно на улице, темнота, но к нам никто не пристает, хотя мы разговариваем на русском языке. Так что это, знаете, скорее миф, что то, что русскоговорящих прям вот не оставляют. Ну, что тут стало? Там в ту сторону. Прям не оставляют, прям вот пристают и все. Нет, не пристают. По крайней мере, к нам никто не пристает. В итоге походили мы и сели на улице кафе, которое называется Лазан. Я здесь раньше, когда беременная была, часто сидела на улице. Заказали пироженки с клубничкой и чай. Так, пока нам еще ничего не принесли, мы сидим на улице. Деточки мои спят возле меня. Вы не думайте, что мы ходим по улице, они бедные, голодные, спать. Нет, я их как нужно, каждые 2-2,5 часа обязательно. Конечно же, кормлю. Все у нас с собой бывает. О, наше сладкое, наш десерт уже несут. Сейчас осталось только чай. Вот так вот будет наш десерт. Так.